Сейчас я нахожусь в подвальном помещении цеха бывшего мясного сырья, вроде как так он называется, или молококомбината. Место является очень известным в Хабаровске. Я решил сегодня снять подвальные помещения, так как я их ни разу не снимал. Не очень больших масштабов, ну не очень, а достаточно больших. Место достаточно такое стремноватое. Сейчас посмотрим, что тут осталось в данных подземельях. Погнали. Первое помещение с каким-то шкафчиком. На полу навалено множество всякой земли. Тут ничего такого нету. Первый длинный коридор. Тут я мельком уже осмотрелся. Большинство вот этих комнат пустые. Тут какой-то шкаф был. Вот. А тут у нас что-то типа стеллажа. Валяются вон колесики вроде. От велосипеда старинного советского. Ну и ничего тут нету. Просто пустой стеллаж. Вот подъем на само здание был раньше подъем, но его замуровали. Вот включил я дальний свет. Так лучше видно будет. Вон выход на улицу, окна. Они все замурованы. Ну и тут тупик идет. Тут были установлены какие-то, наверное, вентиляционные улитки, установки, чтобы вентилировать данное подземное помещение. Там вроде как еще должно быть дофига всяких комнат. Я еще тут ничего не обходил. Я не знаю, может, я тут даже не один. Конечно, не хотелось бы тут быть еще с кем-то. Вот смотрите, тут еще идет длиннющее помещение. Сейчас главное, чтобы фонарь не сел. Тут идет множество ответвлений еще. Всяких разных. Отправляемся дальше. Тут какое-то углубление. Видимо, тут что-то стояло. Довольно больших размеров что-то. Только вот что это было, уже хрен определишь. И вот еще громадный зал идет. Тут осыпалась штукатурка уже. Вот гора. Хотя тут особо и не скажешь, что осыпалось. Видимо, тут может стояло какое-то оборудование. Обошелся помещение уже. Все они пустые. В принципе, как и ожидалось. Ну, короче, выбираться отсюда. Направляемся на следующий объект. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня мы отправились в очередную помойку. Это должен говорить вот этот бомж. Он не может. Сам-то ты не кабан, что ли? Нет. Я проползаю в помойку. Да, опять все промерзло. Хочу сказать, что там, что ты там не пройдешь даже. Потому что там должен быть подъем. А он затоплен полностью. Yeah.
Ползешь, нет? Да. Так тут ни в одну комнату не зайдешь. Что-то мне стрём. Все? Да не видно. 5 сантиметров пролез, все. До пола досветил. Что там? Ну и обратно там вода. Там вода, прямо обратно. Что, реально? Да. Реально? Да, там уже воды. Реально? Да, вот там, да, иди сюда. Я не пойму, какая тут толщина льда вообще. Что там друг на друге лежите, что ли? Там капец воды просто. Вон в конце там, вижу, там вообще жесть. Да я хоть спорю. Просто мы по горлу уйдем, если. Вон там вода, вон там. Ты по колу уйдешь. В комнате? Вот туда, да. Иди поползи. Увидишь. Я просто ползу. Работает она уже? Да, да. Ничего там не пострадал. Вот. Капец тут. Слышишь, блядь, ходит? Че? Вставай, ты сейчас Нет. Ребята! Мы не смогли проползти внутрь, потому что... А у меня все зафиксировано. Все, все, правильно. Что это за кастрюля супа? Вот, там можно по потолку проползти. Ну да. Он такой, бля, прогибающийся. Ты что ли? Да, ты. Пошел лейку снимать. Бля, да. Ты, кстати, на трещине сидишь. Все, давай удачи. Да ну, рви ты свой магнитофон. Мы приехали в бомбарь, в котором были где-то полтора года назад. Стою вот возле наклонника, который зарос мхом. Весь. Вот он. Все в этом мху. Сейчас это интересно, есть ли там вода. Потому что в прошлый раз мы были, это было где-то в конце весны. И там воды было по пояс. Сейчас задача предстоит обойти весь бомбарь, если там будет лед. Но судя по вот этой шубе, похоже, там нифига не лед. Все почищено. Гвоздей-то нету? Нету. Блять, там что-то колыхнулось. Вот, пожалуйста. Видимо, когда мороз тут был 40, тут эта вся херня намерзла. Че, спускаемся, короче. Такое ощущение, что тут снег был. Ну что-то... Вон вода. Пожалуйста. Холодно вот. Да ни хера себе тёрлась. Какой длиннющий проход. Хорошая ли идея пласти там? Хрен знает, что там на пол. Попробуй. Это все лед, кстати. Тут ничего нет. Пока. Я в Атлантическом океане. Холодит. Что-нибудь... О!
эту херню все скинем. Палку какую-то. А так что сыпется? Блин, все сыпется на пол. Продолбили шишки. Yeah.